На ледовой арене дворца «Альбатрос» уже давно проверяют и оттачивают мастерство фигуристы Южного федерального округа. Открытое первенство «Армавирские узоры» собирает опытных спортсменов. Но в этот раз на лед вышли дебютанты. Яркая концертная программа – это подарок самым близким людям ко Дню Матери. Я совсем недавно стала руководителем и удивилась фанатизму мам, которые ежедневно приводят своих детей на лед. Вы знаете, низкий поклон каждой маме, которая и в свободное, и не свободное время воспитывают так своих детей, что у них уже сегодня с детства закладываются основы нормального восприятия мира. Я еще раз всех мам поздравляю и низко кланяюсь. Аккуратные прически, грим и красивые костюмы. Мамы в преддверии выступления все продумали заранее. Главное, чтобы сын или дочка занимались делом, которое по душе. Ульяна Романова, как и ее сверстники, с замиранием сердца следила за выступлениями наших фигуристов на Олимпиаде. Девочке хотелось научиться кататься на коньках так же, как Юлия Лепницкая. Мама поддержала. Я прыгаю новые прыжки, вращения новые кручу. Вот. Меня мама очень за это хвалит. Юные фигуристы, которые выполняют на коньках первые сложные элементы, конечно же, волновались. Но уверенности добавлял тот факт, что вместо строгого жюри в зрительном зале сидели мамы и бабушки. Те, кто всегда поддержит и подбодрит. А если упал, скажет «ничего страшного» и вытрет слезы. Она всегда хлопает, она говорит «давай первое место займи». Когда мама рядом со мной, то лучше. Она болеет за меня. Она мне кидает всегда игрушки. После каждого выступления директор Ледового дворца Наталья Интизарова рассказывала о маме фигуриста. В том, что дети выбрали спорт, это и их заслуга. Танго, русская плясовая, импровизация под военный марш. Мамы приняли концертную программу с благодарностью. Вполне вероятно, что часть номеров фигуристы и их наставники будут представлять и на соревнованиях. Лариса Юровская, Артур Карджанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».